Суровые зимы – это один из самых тяжелых периодов жизни животных. В такой период многие животные пытаются спрятаться в теплые места, поскольку у них срабатывает инстинкт самосохранения. Особенно ярким примером того, как звери коротают в холодное время года, является зимняя спячка бурых медведей, позволяющая им избежать все морозы и непогоды. Срок его спячки может колебаться от 2,5 до 6 месяцев, но иногда она длится больше, если того требуют обстоятельства. На вопрос, почему бурый медведь впадает в спячку, а не заготавливает запасы на зиму, ответить сложно. Видимо, он предпочитает хранить их в виде подкожного жира. Так надежней, да и теплее. Благодаря спячке животные могут выжить зимой. Также стоит развеять миф, якобы медведи сосут лапу. Эта привычка, как уверяют специалисты, связана с особенностью линьки подошв медведей. Грубая кожа с них во время пребывания в берлоге слазит. Это происходит из-за отсутствия движения и нагрузки. Молодая же и нежная кожа на подошвах мерзнет, поэтому медведи греют ее своим дыханием и облизывают теплым языком.